В Уральске становится все больше родителей, которые отказываются прививать своих детей. Об этом рассказали в городской поликлинике номер один, где с 24 по 30 апреля проводится Европейская неделя иммунизации. Здесь отметили, что отказников в настоящее время насчитывается 157 человек. Специалисты добавляют, что в большинстве случаев родители отказываются от прививки из-за религиозных соображений. Прививаться или нет, каждый решает сам. Однако каждый родитель должен обезопасить своего ребенка от разных болезней. Но есть и те родители, которые против вакцины. Причины тому самые разные. Некоторые не доверяют современным способам лечения малышей и врачам. Некоторые считают, что вакцина и вовсе ни к чему, и ребенок может обойтись и без нее. А вот большое количество отказавшихся родителей приходится на приверженцев религии. Но вакцина в исламе не запрещена, если получать ее по всем правилам шариата. Религия обязывает каждого должным образом заботиться о жизни и здоровье и искать способы предотвращения болезней. По шариату вакцина разрешена, если соблюдаются все эти три правила. Во-первых, в составе вакцины не должно быть харамных веществ. Во-вторых, сама вакцина не должна вредить здоровью человека. И в-третьих, вакцина должна быть произведена и одобрена профессиональными врачами. По словам врача, педиатра поликлиники номер один, число отказников от вакцины стало возрастать, ведь 157 родителей уже отказались прививать своих детей. Мы призываем всех жителей Уральска не отказываться от вакцинации и своевременно получать все детские прививки и взрослые прививки своевременно. Это защитит вас от инфекционных заболеваний и их осложнений. В Западно-Казахстанской области родители по-разному объясняют причины отказа от прививок. В любом случае предупредить заболевание легче, чем лечить, особенно когда это касается таких тяжелых инфекций, как гепатит, полиомиелит, туберкулез, дифтерия, столбняк и ряд других. Дана Керимбаева, Айбола Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.